Толерантные. Интересные. Любимые. Умнички. Умнички. Бананы. Интеллектуальные. Вася. Какие люди! Адер. Прекрасно, прекрасно! Привет! Привет! Я тебя лет 15 не видел. Как дела? Отлично, отлично! Я стал ведущим актером русского театра «Шалом». Русского? А что? Видимо, русский театр переживает черные дни. Ну что, старость не радость. Как у тебя дела, кстати, Исмо? Да, скажи, ну что, у меня дела отлично. На дерево залезли. Исмаил, вот уже 15 лет мы учим эту фразу. Не на дерево залезли, а в гору пошли. Коля, вот ты что такой умный стал, а? Ну, вообще-то я преподаватель в Российском университете дружбы народов. Преподаватель, КВНчик, лучше бы зачеты ставил. Не, ребята, что вы парите? Я реально преподаватель. В реальном вузе. Это он так думает, что он преподаватель. Добрый вечер! Итак, внимание, встречайте! Группа Иванушки Интернешнл, черновой вариант! Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво отбивать девчонок у вождей своих. Come on, Westside! Это так, но ты с мутомбой несчастлива, несчастлива. И мутомбу съест на ужин на своих. Как же быть, как быть, как же нам втроем тебя любить? Где найти для нас трехспальную кровать? О, беби, я! Лучше мне уйти, бегемотов где-нибудь спасти. Не хотите, дети, в Африку гулять? Йоу! Слышь, Гудрон, ты что делаешь, а? Я отыгрываю, я же... Актер! Это он так думает, что он актер. Добрый вечер. О, здорово. Здорово. Слушай, 18 лет прошло, а? Так вообще все изменилось. Я когда-то с некоторыми из них играл в КВН. Вот смотри, Эдик Илоян, вот Денис Жалинский. Раньше просто с ними в КВН играли, сейчас они генеральный продюсер СТС, представляешь? О, ну так, ладно. Так, секундочку. Бандурин, подождите. Опа. Кого я там в зале-то вижу, а? Жалинский, Илоян, это как ты говоришь, генеральные продюсеры? Да. Это они там генеральные, у меня они студенты. Так, друзья мои, они у меня еще сессию не сдали. Ну что вы сидите, давайте, в аудиторию зачеты сдавать. К вам никаких претензий, просто старики вот так смешно придумали микрофон из одной кулисы в другую передавать. Спасибо. Спасибо. Сейчас, извините. Ага. Алло. О, Леха, здорово. Джун, это кто? Леха Жиров звонит, поздравляет. Да, а Лешенька, ты... сейчас выложу на экран, да. На экран. Ребята, жалко, что не с вами. Патрис Лумумба, люблю вас. Немножко в другой сборной теперь играю. Последние путевки на Олимпиаду в Рио. Сборная России здесь на Пальма-де-Майорка должна забрать. В общем, болейте за нас тоже. Я за вас болею, переживаю. Надеюсь, все было сегодня смешно в этот прекрасный вечер. Всех поздравляю с 20-летием КВН РУДН. С вами Алексей Жиров, бегущий косарь. Ребята! Да поможет нам святой Мельдоний! Пока! Вот, собственно, так. Обалдеть.
А я тебе говорю... Сейчас, подожди. Алло. О, нихао. Костя, здорово. Черников звонит. Тоже поздравит? Давай, на экран. Ниман хау, водолау паньоман. Хау зювэйдзяньши и фэнсянянь ниман. Во хэнгау син цвай аши нянцянь. Во чэн вэй джэлэдэ ди вэй чэн юань. Друзья, страничка китайского юмора. Знаете ли вы, как звучит по-китайски фраза «Лиса ответила воробью»? Хули хуй да хуйняо. Нет, я не попал в тональность, извините. Хули хуй да хуйняо. По-моему, опять плохо. Хули хуй... Извините, перезвоню. Да я не вам это сказал, я еще раз говорю. Не вам. Я вообще по-китайски это сказал. Ладно, уже идите, идите, ну. Друзья, сейчас туристы из Челябинска отойдут подальше, и я вам еще одну очень смешную вещь по-китайски расскажу. Спасибо, Кость, спасибо. Сейчас, секунду, надо ответить сейчас, срочно. Так, кто это? Дай сюда. Да что все в тебе звонят, звонят? Что это такое? Ну, я актер, типа известный человек. У меня много друзей вот и звонят. Держи телефон, актер. Вот. Спасибо. Актер. Актер, подумай. Да, вот, аплодируйте. Вот актер. Ну? Ни одного сериала я с тобой не пропускаю. Спасибо. Вот, смотрите. Привет, ржавый. Прошел месяц. Пока, ржавый. Супер актер! Просто аплодисменты! То есть ты считаешь, если у меня мало слов, я плохой актер, да? Ну, конечно. Хорошо. 1999 год. Да. Сборная «Дети Лумумбы» летит в Сочи. Так. 99 год. Да. Команда 20 человек. Летит аэрофлотом туда-обратно. На 14 дней. Живет в полулюксах. All inclusive. Иверия, конечно, Иверия. 14 дней. Да. И человек полетел туда ради вот этого. Кому на Руси жит хорошо? Кому? Это книга. И? Давайте еще раз насладимся этим моментом. Кому? Четырнадцать дней! Да, фиговый актер! О, а ты у нас актер театра, да, Адлер? Да. А можешь что-нибудь, ну, из классики? Из классики? Могу. Да будь я хоть негром преклонных годов, хотя таким и являюсь, я русский бы выучил только за то, сказал бы за что, но стесняюсь. Наши ребята из строй отряд РУДН хотят поздравить. Но сейчас они входят в душ, и, пожалуйста, внимание. Уважаемые дети Лумумбы, извините, пожалуйста, мы вынуждены прерваться на экстренный выпуск новостей. Добрый вечер, Диана Андреевна. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как так получилось, что вы решили заняться КВНом, решили помочь ребятам в этом начинании? Когда-то в далеком 96-м году ко мне подошли двое студентов, Матывасян Граев и Родионова Юля, и попросили помочь им организовать игру КВН. Диана Андреевна, тут вот что вопрос. Как известно, в 90-х в России были трудные годы. А скажите, как вы попали в эту группировку? Ну вот меня заманили и не могу выйти. И кто в этой группировке? Черно-белые. Так я не понял, кто там ими руководит, а? Армения. А кто эту группировку крышует? Ректор Владимир Михайлович Филиппов и проректор Александр Дмитриевич Гладуш. Скажите, а где бы вы хотели в дальнейшем работать? В Думе. Вместе с Сангаджи Тарбаевым? Да. Диана Андреевна, хотите фокус? Да. Скажите, пожалуйста, вам нравится и свои образы? Тогда почему не я, капитан, а Сангаджи? Ну, он белый, поэтому, ну как, он белее черных. Диана Андреевна, где вы последний раз отдыхали? Я ездила в Сочи. Много там армян? Их много. Это тысячи. Тысячи. Я внук Бугасы. Мой дед приглашает вас на закрытую вечеринку «Каннибал Пати». Ну, поеду, если хорошо пригласит, поеду, да. А вы были раньше на «Каннибал Пати»? Нет, но мечтаю попробовать. А вы готовы? Готова, да, съесть часть, какое-то бедро там. Диана Андреевна, скажите, пожалуйста, вот, самая большая ваша мечта связана с КВН РУДН? Моя самая большая мечта – увидеть на этой сцене КВНщиков вместе со своими детьми. Диана Андреевна, ну зачем так долго ждать? Ведь сегодня такой день, когда все сбывается. Ну что, друзья, настал тот день, что много лет назад я вам обещал, что 20 лет спустя я это обязательно выполню. Поэтому, Адлер и Смо, подходите. Держите ваши паспорта, вы свободны. Это не мне, у меня свой. Граер, так что же это получается, что наше время ушло? Да, Кирилл, да. Зато их время только начинается. Габриэль, готов? Да, пап. Вы готовы, ребята? Да! Я вас не слышу. Вы готовы? Тогда вдаем свидетельство о рождении. Придет тот день, я их обязательно вам верну. Обещаю. Мамой клянусь. Габриэль! Ну что, папа? Габи, это что, твой папа? Он так думает, что он мой папа. Слушайте, а почему опять Матевосяны раскомандовались? Ну как? Граер же капитан. Это он так думал, что он капитан. Еще раз здравствуйте. Владимир Михайлович,
Лет через 10 мы начнем поступать в РУДН. И хотелось бы, чтобы вы при поступлении учитывали не только баллы по ЕГЭ, но и заслуги наших родителей. Просим! 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 Вообще-то в этом месте команда КВН «Дети Лумумбы» должна была заканчивать свое выступление, но они сказали, что лучше, чтобы это сделал я. В заключение, на самом деле, резюмируя все, что сегодня здесь было, друзья, мы бы хотели, безусловно, еще раз отметить еще одного человека, который, безусловно, стал нашим ангелом-хранителем и человеком, который нас всех, можно сказать, взрастил. Я хочу под ваши аплодисменты пригласить сюда нашу рудуэновскую маму Диану Андреевну. Просим! 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 Потише. Диана Андреевна, я выполнил свое обещание, которое давал. Выполните и вы. Верните, пожалуйста, мой паспорт. Спасибо вам. Диана Андреевна, а наша новая молодая сборная может рассчитывать на поездку в Сочи на фестиваль? Ребята, пацаны! Вы же понимаете... В стране кризис, но если вы будете выступать на Первом канале, то и кризис нам не помеха. Диана Андреевна, здесь, когда вас окружает вся ваша семья, я бы хотел отметить еще одного человека. Сегодня все обращаются к Владимиру Михайловичу, а его нет в зале. И это самое смешное, что может быть. Но есть другой человек. Это крестный отец КВН. Это человек, который в кабинете у которого побывали все капитаны всех поколений команд КВН. Александр Дмитриевич Гладуш. Просим вас тоже к нам выйти на эту сцену. Спасибо, Сангаджи. Я так расслабился в зале, что первый раз в жизни, последних 20 лет, я растерялся. Вы нам сами всегда говорили, не расслабляйтесь. Ну вот вы меня расслабили. Ну, есть две очевидных факта. Два очевидных факта, с которыми я хочу вам поделиться. Во-первых, благодаря КВН, Университет дружбы народов, раскрыл такую грань своих возможностей, для всех тех зрителей, любителей, почитателей, что мы стали другой вуз. Наш вуз стал другим. Для Российской Федерации, прежде всего, для молодежи. Все молодые люди увидели, какая замечательная студенты учатся в УДН. И всем захотелось здесь учиться. Я вам хочу сказать, что в прошлом году в УДН был самый высокий конкурс, правда, сейчас трудно это понять, что это такое конкурс, да, потому что сдает во много вузов. И позвонил ректору, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, и сказал: Владимир Михайлович, мы тут рейтинг проводим, и мы удивились, вы нас обошли по востребованности в молодой среде. Я уверен, просто уверен, что это в том числе благодаря тому качеству, с которым работают наши ребята. Спасибо вам всем большое. Здесь упоминали о Владимире Михайловиче Филиппове, нашем замечательном ректоре. Он мне сегодня звонил, он даже не в Москве, Сангаджи. Он возглавляет жюри конкурса «Лучший учитель года». И сегодня подведение итогов. И он сказал, что никак я не смогу приехать, потому что очень ответственный этап. И второе, что я хочу сказать, что КВН
я вообще всем завидую, просто всем завидую. Я просто знаю, как прекрасно у них выстроены друг с другом отношения. У нас были разные времена, мы нередко ругались. Правда, Сангаджи, было это? Я никогда с вами не ругался. Вы не ругались, да я с вами ругался. Вот. Потому что, ну, не ругался. Нет, а Грайер мог себе позволить, я нет уж. Грайер, этого не было. Просто были всякие, все было в этой жизни за 20 лет. Но я всегда с завистью, я ходил с ними в ночные клубы, между прочим. И я видел, как они там хорошо друг с другом общаются. Вот не зря назвал вот эту вот плеяду ребят, которые не выходили на сцену, но они часть этого большого-большого мира, который называется мир КВН. Одна поправка. Я все-таки хочу подчеркнуть, ребята, что КВН в Рудене был в 60-е годы. Был в 60-е годы. Я их не застал. Я тогда не учился. Во время моих студенческих лет вообще в Советском Союзе был что-то КВН. Некоторое время вообще не было. Но в 60-е годы сбор... Тогда не было таких технических средств, чтобы сохранить память об этом. Цветнику особое спасибо. Особое спасибо. А так можно было, да? Так нужно делать. Вообще. Потому что я вам хочу сказать, вы все находитесь в прекрасной форме. Вот я цветник в прекрасной форме, вообще говоря. Рудник в замечательной форме. Где рудник? Есть рудник? Живой рудник? Володя, привет! Менеджеру самое главное. Вот. Они все в прекрасной форме, вы это все видели. Я уже не говорю за этих ребят, которые сборная РУДН 2006 года. Они просто... профессионал. Ну так как Рудник сейчас выступил, вообще это, я вам скажу, возвращайтесь в наш кубок. Правда, у вас будет зал. Чудный надо. Спасибо, ребят, я мог бы много говорить. Но я вам хочу сказать, что в УДНе все началось гораздо раньше, чем нам кажется. Оно началось тогда, когда был создан университет, которому в этом году исполнилось 56 лет. Да здравствует РУДН! Ура! Вот так вот. Спасибо. Я не пою, я тут. Спасибо большое, Александр Дмитриевич, за теплые слова. Уважаемые друзья, ну теперь вы понимаете, что Юлий Соломонович Гусман просто отдыхает перед Александром Дмитриевичем Гладышем. Аплодисменты.